Привет, мои дорогие! В эти выходные мы с мужем и с дочкой ездили на свадьбу. Нас пригласили на свадьбу. Женился мой брат двоюродный. И свадьба проходила в самых отдаленных, в самой глубинке нашей республики. Нам пришлось проехать по грунтовой дороге, по бездорожью, под дождем. Но все-таки мы добрались до этого места. И просто я настолько была поражена, какая там красота. В конце видео я покажу там. На следующий день я уже засняла всю эту красоту, а в первый день я просто попала на свадьбу и загуляла настолько, что я вообще забыла про съемку. Съемку ввел мой муж, он снял все компроматы, снял все марийские, ну не все марийские танцы, марийские песни и не только. В общем, был оператором наш папа Артем. Я приглашаю вас посмотреть, как они проходят марийские свадьбы. Я думаю, вам будет интересно. Ну все, приятного просмотра. Всем приветики! Мы едем в самую-самую глушь нашей Марийской Республики. На свадьбу! На Марийскую! Погнали! Праздничное настроение в зале, повторяюсь, вот кто из гостей, как думаете, хотел бы получить этот подарок? Ну, или жених. А из гостей, кто этого больше хотел бы такой подарок, женщина или мужчина, как думаете? Вот так вот делаем. Ты себе чай делаешь? Самовар, смотри, тут реально шведский стол. Маша, будешь чай? О, как много вкусного!
день второй, а праздник тот же. Да, сегодня я уже могу показать всю красоту этого места. Это самое красивое место в республике Мари-Эл. Урочище Куфтина, Варангинский район. Там была вчера свадьба прекрасная. И даже почти без драки. Посмотрите, какой колодец. Колодец настоящий. Дом